щоб воно нормально подивилось, що мало. Я понял. Да не, нормально, там ветер как раз на ветер. Нормально. Поехали. Сейчас, подожди, Дим. А? Сейчас. Красненький горит? Не знаю. Горит, горит. Сейчас, подожди секунду, сейчас немножко в лицо подует. Стоим подольше, поупираемся максимально, чтобы нам стоять на месте и нас не дергало. С командой куда тогда бежать? Назад просто повторяешь, и надо упираемся. Чтобы не попали прибежать, чтобы не попали прибежать, чтобы не попали прибежать. Если вы сильно боковой, можно поднять крыло, и я так начну затягивать. Дим, поехали! Поехали. Больше. Угу. А назад не упадем? Нет. Надо поднимать крыло. Я что-то не сорвалась с руки, она. Просто в первый момент, когда крыло над головой выходит, она поддергивает. Находится, а кажется, что все уже по наверх забирает. Ну да, вы еще бежали, да? Такая ощутимая разница, где-то, ну, если километр полтора поднабрать, там уже да. Холодно совсем, да, уже? Ну да, ну сейчас на самом деле область, ну сколько, мне кажется, метров, ну еще 300 сверху. Тепло, да, еще там? Да. Это когда ясно, тогда, наверное, холоднее, да, воздух? Когда облачно? А по-разному бывает. Да. Бывает, что это самое, что, ну, в начале года там, да, воздух еще по высоте сильно прогрет, и там, ну, по весне бывает, что там километр набираешь, уже такой снижение. Ну да, еще от земли тепло не набрал. А летом вот этот подземный слой, он как бы гораздо выше становится и пробивается. Но лучше, когда разница. Когда холодный воздух вокруг, и плюс солнце, вот почему гораздо интереснее полеты. Там ночью холодно, земля остывает, потом... А днем жарище, бам, да, 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 да. Начинает скальники греть, это все начинает наверх сереть.
А, ну да, из-за этого же и скорость масла ветровоздушная идут, из-за этого. Да, да. Потоки там 5 метров в секунду восходящие, то есть, или надо быстрее, чем на лифте подниматься. Там после ощущения не забываю, я только сборить, чтобы тебя земля так. Ну да. Уходит. Люди? Да. Да, пользуются. Просьба, я случайно, так сказать, приехал сюда. Ну, у меня свой клуб. Приехал сюда прилетать свои назад. Помоги нам. А-а-а. Ну ладно. Это ребята вот на фургоне, которые приехали, они у нас подвезли. А, мы шли, нет, там мы. Еще один клуб. Все, отлично, спасибо. Дашка, держи. А, не, я не будешь? Не. Точно? Да-да. Давай, сними. А там кнопочку красную сверху нажать.